перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Проверка соединения. Я походу мудак, блядь. На улице что-то прохладно, я, блядь, в шортах ебаных, ебаных. Ёбаный насос называется. Че пиздос, да? Блядь, короче, вообще покоцали меня, блядь, демоны нахуй. Демоны покоцали Пашу. Суки, блядь. А потом он нахуй покоцал тоже. Лайк продакшн, там троллейбус тату, ёпта. Паспорту, всем салам пополам, ёпта. На меня напал какой-то опасный рэпер, блядь. Он был ростом, у меня метр двести, ёпта, метр двадцать. Я что-то курить захотел. Причем курить траву, блядь. Вот такая хуйня у меня, приколите. Так-то я вообще эту хуйню не курю, блядь. Курю только, блядь, Мальборо красная, нахуй. А сегодня вот такая хуйня. Сегодня я даю концерт в Олимпийском, короче, в 19.50. Начало, вход по флаеру 300 рублей, без флаера 400. Приходите все, вот. Так вот, я бы, блядь, да, съездил бы с вами. Лаки продакшену, помогите Лаки продакшену, слышь, пидораса, он музыку делает пиздатую. Подсобите, ёпта, ему деньгой, бля, ёпта. Подсобите деньгой пацану, я еще раз говорю, я гандоны, блядь. Подсобите деньгой пацану, гандоны, блядь, говорю вам еще раз. Не, серьезно, старичку надо, ёпта, блядь. Пару записей сделать, и все, дело в шляпе, как говорил мой друг, ёпта, которого убили, блядь. Так. Бля, братан, можно на студос поехать, но попозже, потому что я это... Мне нужно вон с той девушкой познакомиться. Блять. Жирная тварь пошла в другую сторону. Сейчас будет автобус, короче, а я в него залезу, блядь, и даже не заплачу. Представляете, я нарушаю закон, ёпта. Что мне за это будет? Административка, да? Зафиксирован факт. Акт составлен. Записаны ИНН мои там хуи, блядь. Вообще трилпила слышали когда-нибудь? Вот он ездит бесплатно, у него студенческий. Только ему всего 16. Он такой, блядь, elderly bastard. Elderly bastard, блядь. Ребята, ёпты, вот эти ребята втроем вас ебут сейчас просто. Наждачкой, блядь, по жопе вводят. Водят хороводы, ёпты, наждачные, блядь. О, мой автобус, сори, ёпты, попозже нахуй вас пошлю. Пошлю нахуй вас попозже. Пидорасы, блядь. Только что вышел из дома. Сейчас в Питере, короче, ремонт. Вот. Оделся как мудак, блядь, сука, холодно на улице, блядь, пиздец. Блядь.
Блять, короче, мимо школы будут проходить, будет пиздец, ебать мой хуй. Будет полный пиздец. Шил, ну ёпта, ну я не виноват, ёпта. Может мне маску, балаклаву одеть, блядь? И задом наперед напишите, что это я задом наперед. И все равно нас въебут за на 100 тысяч рублей штрафы, всякие хуёвины, там эти пули-мули. Как же ты, старичок, пулю ищешь? Нет, старина, пулю уехал. Но сказал, что твоя мама дырявая, блядь. Я в ахуе. Честно говоря, я в ахуе. Я вообще говорю, как можно на родителей так говорить? А он говорит, да мне поебать, Паш. Ты чё, говорит, ты мне, говорит, кто? Я говорю, я тот, кто тебя пёр, бля. Он говорит, ну и чё пёр, ёпта? Попрёшь ещё пару раз, ёпта. И к дыну у тебя будет мешок. Люди в лосинах, ёпта. Сегодня хотели рейд, бля, пройтись по кажуалам, ёпта, проверить, поясняют они, как они за свой левый папач на левой руке поясняют, на котором написано слава КПСС, блядь, или что-то еще, я не знаю. А как вы относитесь к Кизару, блядь, ёпта? Go fit, go, привет из СПБ, охуеть, бля, ёпта твою мать. Еще один эфир зайди, просто сдохнешь нахуй от скуки, блядь. Залупу пишите, блядь, пидорскую какую-то. Пидорскую залупу пишите постоянно. Старине, бля, ёпта. А он, бля, ебал, ёпта, вот это все. Поняли, нахуй. Меня вот что-то сбрили, бля. Коль-Оля меня тут подсбрила чуть-чуть. Но это ничего страшного. Всегда в жизни бывает огорчение, ёпта мать. Так. Чё тут, блядь, народу столько, я ебал, блядь. Все с нами, ёпта, даже Аида. Парень у меня, ёпта, знаешь, как этот, как его, Конгол. Бля, что за хуйня, давайте, ёпта. Я никого не могу подключить почему-то к эфиру, бля, нажимаю, бля, Коль-Оль уже не смог подключить. Может, она ушла, конечно, съебалась нахуй просто с моей грязной трансляцией, ёпта, но... Ядрышки. Не ядрышки не кидаю. Я только кидаю людей на деньги. На этом и живу. Еще хочу передать Кириллу Твистеру в Саратов привет, чтобы он не обоссался там, ебаный насос. Вообще группа «Цена смеха», хотел поговорить сегодня о ней. Что вы можете сказать о группе «Цена смеха», которая просто фрешмены этого года? Сука, а прикинь, Натурин, да, эфир заблочил. Да не, эфир-то я веду, а я нажимаю подсоединиться с людьми и ни с кем не могу подсоединиться, блядь. Может, просто потому что, я не знаю, я, сука, карточку, по-моему, не взял с собой, прикинь, пошел, ёпта, за наркотой, ёпта, пошел. Шучу я, ёпта, за пивом пошел нахуй. Наркотики только для мудаков. Я ебашу пивас, ёпта, жирный, как мудак. Пацаны, знаете, что могу вам показать? Вот я какую хуйню только, ёпта. Ну это еще так, как цветочки, ёпта. На вашем анусе. Немного говна на вашу маму. Ладно, я в магазин зайду, сейчас пивка возьму. Ждите, ёпта. Это агик там в кедах моих пизженных лазит, ёпта.
во флит, блядь, мои кеды, сука. Африканское, блядь, чудовище. Ну ты, блядь, сука, получ пизды нахуй еще, блядь. Пиздец вообще лохопеды, ёпты. Пять контролёров, ёпты, я их просто нахуй послал, бля. Говорю, я ничего платить не буду, они ментами. Я говорю, вот у меня ножик с собой, я говорю, давайте, ребят, кто хочет первым стать лидером, ёпты. Они такие, блядь, в камеры все зафиксировали. Я говорю, ёб твою мать, зафиксировали камеры, давай, блядь, пиши на меня заявление, мудила, даже не знаешь, как меня зовут. Просто нахуй харчком таким нихуёеньким в пиджачок в этот нахуй, прикинь, блядь. Даже в пятером нихуя сделать уже не могут, ебаные, блядь, лохи старые. Эх, вообще кто контролёром работает, блядь, пидор конченый, блядь. Потому что, блядь, сука, блядь, требует еще за проезд, блядь. Ты чмо, блядь, ёбаный, сколько хуй имеешь, блядь. Я тебя наделил, пидорас, такими правилами, блядь. Или что, я не прав, я сколько хуй я должен, блядь, платить по, блядь, 50 рублей в этом ебучем автобусе, где, блядь, воняет говном, блядь, водила с усами там, блядь, какой-то джигит, блядь. И, блядь, еще и какой-то педрил, заходит педрил и спрашивают еще у меня, блядь, на проезд, типа, имею ли я право ехать. Я, блядь, имею право везде ездить, ёпта. Ладно, самолет, там, хуй с вами, ёпта. А так, пацаны, ёпта. Обидно, короче, контролёры за вас. Всегда будете получать. Я помню, тогда прошлым летом контролёра уебал, бля, у него аж рация выпала, нахуй разбилась. Начал меня там тоже милиции угрожать. Угрожает милиции, я сразу очень становлюсь таким плохим человеком. Грубить начинаю, блядь. Что тут камера хуёва? Надо её, блядь, протереть, что ли, блядь? Чё, лучше? Лучше. Вот, блядь. Короче говоря, блядь. Ну, просто хуесосы, короче, эти контролёры. Вот, наверное, я песню напишу, контролёры хуесосы. И те, кто в электричках, в этой... Как люди едят там в Балашках или я не знаю куда. Они бы лучше, сука, потратили бы свои силы нахуй на благородное дело. Там деревья сажали, блядь, животных, ёпты. Животных берегли, блядь, ёпты. Если сами тупые животные, блядь, со старичка спрашивали, блядь, проезд, еще ебанулись. У меня пожизненный бесплатный проезд. Это я еще карточку, сука, не оформил на, блядь, этот, ёпта, как он называется, социалку, ёпта. Будет социалка, я еще в метро наебу, блядь, всех нахуй. А так сосите хуй, как бы, ребят. Болгарский. У меня родились строчки, но я вам не скажу, потому что вы пидорасы. Да ладно. Купил себе, короче, блядь, бальзам Бугульма, ёпты, приколите, буду хуярить сейчас бальзам. Бугульма называется, из 24 трав, ёпты. Там репейник, хуейник, блядь, злупейник, вся хуета, короче, ёпты. Шил, бля, отвечаю, кликаю на тебя, не пишет, идет, блядь, это хуета, короче, типа, ну, коннект какой-то или что, и срывается. Старичка он встретил, бля, на районе, все вообще четко. Меня весь район знает, ёпт. Ко мне вчера пацаны пришли. Эти, говорят, можно, в дверь звонят, говорят, можно с вами сфоткаться. Я обосрался, один с гитарой, бля, второй говорит, я уже второй раз к тебе прихожу.
Вообще душевные ребята, ёпта. Говорит, давай на гитаре, я тебе сейчас играю в подъезде, бля, ебать. Просто бомба, блядь. Ладно, все, ребята, поигрались и хватит. У меня что-то батарейка садится, ёпта. И вообще, здравствуйте, один здравствуйте, блядь. Здравствуйте, будьте говорить своим, блядь, учителям.